Здравствуйте. К нам в редакцию обратилась Туренко Ирина Анатольевна. Она позвонила с просьбой найти архивные видеокадры 1980 года. Постановка первой хакасской оперы «Чанархуз». Мы нашли эти кадры, и сегодня Ирина Анатольевна гость нашей студии. И она пришла не одна, со своими коллегами. Здравствуйте. Ирина Анатольевна, представьте, пожалуйста, своих коллег. Это наш бывший преподаватель, когда мы учились в музыкальном училище. Кноблах Александр Александрович. А это Шмелева Татьяна. Мы с ней вместе играли в студенческом оркестре, потому что эта опера ставилась силами студентов и преподавателей Абаканского музыкального училища. Я так понимаю, что вы все действующие артисты Республиканского симфонического оркестра, опять же, Республиканской филармонии имени Владимира Чаптыкова. Правильно? Мы знаем, что на кадрах сохранилось видео с выступлением, с работой именно Владимира Чаптыкова. Это так? Да. Вы тоже были свидетелями того, как творилось это действо. Давайте посмотрим тот архив, который нам удалось найти. Узнаете? Терешков Владимир Дмитриевич. Владимир Дмитриевич Терешков. А эти лица вам знакомы? Да. Конечно. Это ваши коллеги? Да. Конечно. Каково, вот интересно, какие чувства сейчас, когда вы их видите, уже 30-летней давности? Ну, как молоды мы были. И как здорово это было. Даже вот по прошествии 30 лет. Ну, казалось бы, это все сейчас на более высоком уровне у нас в филармонии. Но вот это вот, этот опыт, он бесценен, потому что... Дорогого стоит. Дорогого стоит. Во-первых, наш училищный, ученический, можно сказать, учителя и ученики, оркестр, благодаря этой опере он вырос, он организовался. Благодаря этой опере сдружился наш струнный отдел, вот мы до сих пор дружим с друг другом. Вот было ощущение, что вы причастны к чему-то очень значительному, что это действительно важное событие в истории вообще в культуре именно республики. Ну тогда понятно, республики не было, но именно Хакасии, что это сохраняется именно вот что-то такое ценное. Еще бы, это явление уникальное, и сама опера уникальна, и ее значение для культуры нашей земли уникально. Опера написана выдающимся композитором Александром Александровичем Кинелем, который был мастером во всем. И в композиции, и в собирании фольклора он написал столько, сейчас пару институтов должны это все наследие изучать. Она действительно, эта музыка народна. Он собирал ее по всей Хакасии, мотивчики, попевочки. Вот. Потом все это организовал. Сюжет ему написали. Угу. У меня даже есть, кто автор сюжета. То есть вы до сих пор храните все, что связано с той премьерой? Не очень много связано. Программка и статья в газете. Но все равно это уже реликвия. Она вот как знак единения всех народов, которые живут в нашей теперь уже республике. Хакасский материал и мелодический, и поэтический – а написано все это на русском языке. Вот такая вот, такое вот произведение. Как долго работалось над этой постановкой? Потому что ведь на вас колоссальный просто груз ложился. Я помню 3 месяца. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Просто когда мы, тотальная работа. Да, мы занимались. Самое интересное, уникальное было для нас, что нас освободили от занятий просто на 3 месяца, да. И мы каждый день, вот с утра до вечера, находились на сцене. Мы туда бежали, мы неслись, мы просто жили, мы дышали. Не знаю, мы сплотились вот настолько струнным отделом нашим. И мы были счастливы. Вот все самое... Самое счастливое, наверное, золотое время было. Себя увидела. Вон она я, вот Галя Лаптева, Ольга Помолова. Да. Ира Невмиржицкая, вот она, сзади, за Сан Санычем, Таня Лебедева. Все мы здесь есть. Все мы здесь. Замечательный кадр. Ну, полюбуйтесь, посмотрите. 30 лет видели. Какие вообще были.
Очень замечательно сейчас было видеть ваши эмоции, вот когда вы увидели себя 30-летней давности. Подскажите, сейчас есть ли желание, силы и возможности возобновить, возродить эту оперу? Только про это и мечтаем, вот говорим постоянно. Почему? Сейчас есть профессиональный симфонический оркестр, силы и хор есть, и танцы есть, и постановки. Есть филармония. Все есть. Есть. Сейчас даже значит, больше возможностей. Надо объединиться в инициативную группу и настаивать. Да, наверное, вот мы это и начнем. Все об этом знают. Год культуры, я уверена, что вас поддержит. Может быть, построят здание филармонии, тогда что-нибудь. Может быть. Ну что ж, вам спасибо огромное, что позвонили к нам, пришли в студию, вспомнили вместе и рассказали об этом удивительном, значимом событии. Я думаю, что это как-то всколыхнет интерес именно к этой постановке, и опера «Чанархуз» будет возрождена. Да.